Вы на канале Новости БП. В Казнете распространяется информация о том, что каждому пенсионеру положена выплата в размере 59 тысяч тенге. Соответствующие поручения якобы дал глава государства КСМЖ Марат Такаев. Это фейк. Информацию опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников, прокомментировали в ведомстве.